12 октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова на пост своего помощника. Миронов проработал главой региона 5 лет. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать у ярославцев, чем он им запомнился. Как вы относитесь к бывшему губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову? Положительно. А вы знаете, что вчера Путин подписал указ и назначил его своим помощником, то есть губернатор ушел на повышение. Как вы думаете, чем он заслужил это? Вот он 5 лет был у власти здесь, в регионе. Чем он вам запомнился? Городскими праздниками. Он устраивал их очень массово, проводил их. Приезжали разные артисты известные. Вот этим. По большей части. Как вы относитесь к повышению ярославского губернатора Дмитрия Миронова? У каждого своя судьба. Как думаете, чем он заслужил вот за 5 лет работы в Ярославской области? Ну, наверное, нашему президенту виднее, если он его делает своим помощником. Наверное, за заслуги. А за какие? Что он хорошего сделал для области, по-вашему? Да вообще-то он много чего сделал хорошего. А что, например... Что вам больше запомнилось? Ну, во всяком случае, порядка стало больше. Это уже основное. Пусть едет, пусть работает там. Сюда кого-нибудь поставят. Но вы думаете, он больших успехов добьется на новой должности, нежели вот в Ярославской области за 5 лет? Можно говорить о человеке, которого я не знаю. Я в лицо его не видела. Давайте вам покажу. Кто он такой? Я его глаза не видела. Вот Дмитрий Миронов. Ну, молодой, красивый какой. Красивый? Да, очень даже. Брутальный мужчина. Нужно грустить, что он уезжает. Конечно. Какой губернатор Ярославской области вообще за все времена вам запомнился больше всего? Получу нас. Много делал. По тем временам и порядок был, и все, и знали, что он на своем месте. Скажу словами туристов. То, что Ярославль не развивался эти 2 года, именно туристическая сфера. Туристы жаловались, то, что ну, элементарно даже такой факт, что с набережной убрали лавочки, я все понимаю, что пандемия, но даже вот просто для ярославских жителей прогуляться, посидеть, да, были такие как бы нарекания. И набережная наша неухоженная, и вообще и плитка вот эта вся, которая прыгает, скачет. Ну и оба дня города, пускай это была пандемия, но ощущений праздника, ну как такового, ну не было в городе. Ну, а лично я ничего против не имею. А как вы думаете, этим вот губернатор должен заниматься? Днями города, благоустройством там? Или все-таки мэр? Ну, я думаю, это одна команда. Не знаю, мы не знаем, что да. Он сделал. Нам он ничего не сделал. Мы мало знаем. Как доверяете Владимиру Путину? Заслуженно это? Путину, да. Путин, да, да. Путину, да. Повышению Дмитрия Миронова до помощника президента, да, да никак не отношусь. Во-первых, его работу здесь я не видел, вообще не слышал, только в Инстаграме какие-то отписки, поэтому, ну, шило на мыло фактически меняет.